Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Поиграем в игру, которая называется Прессуры Овердрайв. Ну что же, давайте приступим и начнем с заставки, пожалуй. Ну что же, ребята, как-то так начинается наша история. Они похитили у нас всю воду, открывают свой спа-салон и приглашают его посетить. Ну а мы с вами играем за этого молодого человека на странной, конечно, машине. Так, и здесь, я так понимаю, у нас идет обучение. Нам рассказывают основы игры, значит, нам дали оружие, теперь мы можем стрелять. Значит, здесь должны появиться враги. По идее, так. Так, тут у нас, я смотрю, еще есть определенные трамплины. Мы можем на них заезжать и, соответственно, прыгать. А вот, ребята, и враги. Что же, это обычные такие же машинки. Что-то наподобие моей, но только в разы почему-то слабее. Так, ладно, давайте подобьем их все. Так, отлично. О, смотрите, какая большая. Ну, давай ее тоже бомбанем. Фу, шикарно. Что же, мы зарабатываем с вами кубки. У меня 4400 уже их. И этот что-то все время тут бормочет у нас внизу. Игра, по ходу дела, то ли испанская, то ли какая-то там в этом роде. Так, Space, ребята, у нас означает, что мы можем быстро развивать скорость. Вот так, отлично. И я понимаю, в общем, у нас сюжет игры. Будем ездить с вами вот по трассам. И докуда-то нам нужно доехать. А, вижу, вижу, наверху как раз идет шкала до финиша. Опа-на. Как говорится, о-ля-ля. Ну что же, ребята, мы повысили себе скорость. Мы взяли определенный бонус. И видите, мы как с вами, как заведенные бомбим. Так, ну что же. И тут уже осталось совсем немножко. И мы уже будем с вами на финише. Так. Слушайте, довольно все легко и просто. Не напрягает ничего. Управление, я вам скажу, сносное. Без всяких тут заморочек. И по ходу дела мы приехали. Да, уровень выполнен. Получили везде звезды. Ну что ж, давайте продолжим. Контини. Так, а это у нас что здесь такое? Что мы можем здесь сделать? Меню. А, это надо, это можно выйти в меню. Ну, я думаю, нам не стоит, поэтому мы откажемся. Тут у нас карта и гараж. А что у нас в гараже? Ага, в гараже мы с вами можем покупать новые виды оружия. Ну и на что же у меня хватит? У меня 151 золотой. А, 152 золотых? Даже не хватает вообще ни на что. Да, 300 минимум, 450. В общем, ладно, давайте тогда мы отсюда с вами выйдем. Ну и, наверное, я так понимаю, продолжим гонку. Что ты тут машешь мне руками? А как начать-то? Ага, вот у нас карта.
Да? Play level. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас будет здесь. Так, опять те же самые машинки, только немножко другие. Успокойся. Ага, вот они, эти быстроходные. Ну, я так понимаю, мне такое ощущение, что мы здесь как бессмертны. Нас ничто не может убить. Хотя нет. Вот эти шарики, что они выпускают, для нас опасны. И мы урон получаем. Только одного не могу понять, где у нас ХП отмечается. Как-то ни странно, я не вижу. Все, нашел. Это зеленый столбик слева. Ладно, пока у нас все под контролем. Ну давай, 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 давай. Хорош тут уже юлить. Так, отлично. В узких местах мы все тут разбиваем. Так, сейчас, видимо, приедет большая тачка. Да-да-да, вижу, вижу, ребят, смотрите. Просто огромная. Но, тем не менее, какая-то ватная. Мы ее довольно легко разбиваем. И давайте вот этих тоже подобьем. На геймпаде, в принципе, очень сносно в нее играть. Но в данный момент я играю на клавиатуре. Так. Давай, иди сюда. Мелкий броневичок, а? Ну что же, полпути я уже, ребята, проехал, а осталось еще немножечко. Так, главное с моста не упасть нечаянно. Так, отлично. Единственный недостаток в этой игре — однообразие, ребят. Элементарное однообразие. Едем по трассам. Слушайте, что мне со скоростью? Я теряю скорость. Ездим по трассе. Уничтожаем машинки. Покупаем новые виды оружия, что будет нам, естественно, проще уничтожать вражескую технику. Ну, оу. Ну, в принципе, как бы и все. Больше тут ничего особого такого выделить я не могу. Ого, вот это да. Вот это уже другой разговор. Вот это пушечка по мне. Так. Слушайте, мне, знаете, что напоминает? Раньше была такая игруха на Сеге, на Денди, когда самолетик летит. Тоже у него там всякие виды оружия, бомбы, вот такая вот тройная стрельба, потом какие-то бумеранги. То же самое, только вместо самолетика у нас машинка. Ну что, ребята, вот практически и финиш. И мы доехали довольно хорошо, без потерь. Ну давай, где, елки-палки, где гараж-то этот? Не пойму, ага, вот, по ходу дела. Все, ребята, мы прибыли. Так, уровень пройден. Звездочки, опять же, но не все. Так, давайте континье. И нам нужно с вами сюда зайти. Давайте глянем, что у нас, наверное, за новые виды оружия открылись. Если, конечно, они такие есть. Точнее, они-то есть, хватит у нас денег. Ага, 339. Не хватает, и на это не хватает. Так, за 200 мы можем с вами купить только лишь... А, вот, за 300 есть. И 350, ну, за 350 нам не хватит. Так что у нас выбор: или покупать за 300, или за 200. Давайте так сделаем. Ну что же, и заодно посмотрим, что она из себя представляет. Это пуха. Да, на машине, конечно, она нашей, если это можно назвать машиной, дровяная, паровая. Ничего больше нельзя установить, кроме оружия. Вот это, конечно, большой минус. Нет, выходить я не буду. Ну что же, поехали. Карта Биг 3, большое дерево. Так, и я так понимаю, машину нам тоже новую не дадут. Мы будем также ездить вот на этой штуке. Что-то я не могу понять, что это, чем мы стреляем. А, ну, типа залпом. Ага. Как будто из ружья мы с вами палим дробью. Ну, честно говоря, как-то не ахти. Мне не очень нравится.
Лучше бы я стрелял теми одиночными, но зато без остановки, чем вот так вот шмалять. Ладно, давайте посмотрим. Может быть, что-то изменится у нас в дальнейшем. Пока еще нам ехать, ребята, ехать. Мы еще даже первую контрольную точку с вами не проехали. Так, опа. Шикарно. Что-то за ящик был там у нас такой, непонятно. Так, давай, иди сюда, подставляйся. О, опять эта большая машина. Ну, как-то однотипно, ребят, все сделано довольно однотипно. Одни и те же машинки. Трассы ничем особым таким, как сказать, не отличаются. В общем, игра на любителя. Кому нравится вот такие вот ехать бессмысленно бомбить, то ради бога, ребята, скачивайте и играйте. По мне, она, я бы ее назвал бы, наверное, одноразовая все-таки игра, которую можно просто посмотреть. Ну и в принципе все. Оу, куда это мы заехали, в какие-то туннели. Так, ну что ж, давайте разберемся здесь. Все, закончился туннель. Теперь у нас мост. Так. И причем она довольно легкая. Может быть, конечно, это начальный уровень, и мне все так легко и просто здесь дается. Но что-то мне говорит о том, что и в дальнейшем будет то же самое. Так, ладно. В общем, посмотрим сейчас. Ну и сделайте сами уже свою объективную оценку этой игре. Так, да, я не спорю. Вроде бы, как бы, по графике я не скажу, что она самая худшая. Ничего лишнего здесь нет, никаких наворотов. Да, есть машинки, есть трасса, есть оружие. Но все-таки, если бы в ней был бы мультиплеер и можно было играть. О, тихо, это что такое? Ёлки-палки. Что он там проливает? Лавтач. Что такое лавтач? Я не знаю, что это такое. Но почему-то я весь еду в сердечко. Очень интересно. Так, ну, враги свое получают. Эти машинки. Мы их также разбиваем. Все легко и просто. И, в принципе, уже с вами доехали до финала. Опа, на, вот здесь вот. Какие-то всякие запчасти падают. Не пойму, для чего, чё, к чему. Опа, на, я уже думал, сейчас врежемся. Нет, все, у нас пока хорошо, все под контролем, ребят. Ну, давай, иди сюда. Все, добили. И приехали. Ну что же, я считаю, что надо нам купить с вами новое оружие и, как говорится, его затестить. Так, давайте нажимаем продолжение. И причем здесь, ребята, извините меня, вода. В самом начале ролика нам показывали, что нас осушили, и вот этот босс приглашает к себе в спа. Так, ну что, в принципе, у нас 338. Можно вот это взять? Да, и заодно посмотрим. Вот, и нас вот этот вот жирный какой-то там жук или кто он приглашает нас посетить его спа, на что мы разозлились, сели на эту машину и выехали. И что мы этим хотим добиться, я не врублюсь никак. Если он украл всю воду, то почему гонки на машинках? Вот этого я не могу немножко врубиться. В общем, нету какой-то взаимосвязи. Ну ладно, смотрите, у него тут как бы машина какая-то есть определенная у этого босса. Ух ты, мы какими-то, ребят, смотрите, молниями бьем. Вот у нас новое оружие, которое мы с вами получили. Но как-то, елки-палки. А, оно самонаводящее, понятно. Так, отлично, справляемся. Но бьет оно только по одному. Вы сами это видите прекрасно. Так. Готовы. Ну, хватит. О, а это что за... Что еще тут за катер делает? Ну, придумали, а. Так, сплитфайр. Это что такое сплитфайр? А, ребят, смотрите. Я теперь могу брать на прицел не одну цель, а несколько. Но, по ходу дела, мне это не пригодится. Так, тихо. Начинает опять своей кислотой. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой злой. Ну ладно.
готовы огурцы. Шикарно все. Ну что же, первую отметку мы с вами проехали. И еще нам надо две. Опять эта баржа. Что она здесь делает? Я ума не приложу, для чего она здесь вообще нужна. Так, давайте так. Подбиваем. Довольно какие-то легкие здесь машинки. Просто разбираются на ура. Даже не напрягаясь. Просто наводишь крестиком в ту сторону, в которую нужно бомбануть. Ну и остальное же все делает автоматически наше оружие. Так, вот этого гаденыша сейчас я подобью. Да куда лезет эта машина-то? На, получи тогда. Нечего было лезть, нечего бубнить там теперь. Так, лов прессуры. А что такое лов прессуры? Что-то очень мало чего-то. Чего ему мало? Не знаю, у меня в данный момент копятся какие-то кубки. У меня уже 110 тысяч 800. Для чего они нужны? Ума тоже не приложу. Видимо, просто наши очки. Но почему в виде кубков? Странно. Так. Ну что, ребята, совсем немножко мне осталось тут доехать. Совсем-совсем капельку. Никаких серьезных врагов я здесь не замечаю. Оружие у меня только одно, хотя если... Оу, тихо-тихо. Хотя если посмотреть, ребята, слева снизу у нас нарисована наша машинка и еще 4 слота свободных. 3 слота свободных. Одно занято нашим оружием. Так что, может быть, да, в дальнейшем там будет какие-то улучшения для нашей машины. Так, опять это лодка. Ну и как-то, может быть, что-то разнообразится. Ну, а на данный момент все пока одинаково. И ускорение, если честно, очень быстро кончается. Я не успеваю нажать, как оно уже закончилось. Что ж, мы прошли с вами этот уровень. Отлично. Ну что же, я не знаю, может быть, еще один разок посмотреть. Ну, давайте посмотрим, что здесь новенькое у нас появилось в гараже. Так, денег у меня 282 монеты. Ничего я ровным счетом не смогу купить. Ни на что у меня не хватит денег. Да, там уже такие цены идут. Слишком глобальные, так скажем. 500, 800. В общем, тут нужно гонять, зарабатывать деньги и покупать себе оружие. Ладно, ребята, на этом я буду завершать вот такой коротенький свой обзорчик этой игрушки. Всем спасибо за просмотр. Если кому-то понравилось, скачивайте, играйте. Но это игра на PC. А на этом я буду с вами прощаться. Всем до скорого, всем до новых видосиков и удачи вам, ребята. До новых встреч!